Доброе утро. Мы продолжаем. И в нашей студии клинический психолог Лилия Бормусова. С ней мы поговорим об особенностях воспитания детей в семье, которая по каким-то причинам осталась без отца. Доброе утро, Лилия. Доброе утро. Летчик, капитан дальнего плавания, разведчик. Наверное, это самые распространенные отговорки у женщин, которые пытаются объяснить ребенку отсутствие отца. А вот что на самом деле нужно говорить? К сожалению, да, это действительно самые распространенные оговорки родителей. Самое главное, сейчас я скажу правила, которые вообще нельзя говорить об отце, это как раз-таки фантазировать. Фантазировать о том, где папа, о том, какой папа, летчик, космонавт. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что рано или поздно правда становится... Раскрывается, да, и это потом никак не сыграет на пользу родителей, а только травмирует психику ребенка. Также ни в коем случае нельзя врать, что папы нет вообще. Что папа умер, да? Да, и что его вообще нет. Он может появиться в любой момент. Да, потому что папы вообще быть не может. Биологический отец существует. И снова тайное становится явным, и это снова плохо отразится в результате на психике ребенка. И третье правило. Обязательно ни в коем случае... При разговоре об отце ни в коем случае не говорить ребенку о том, какой он плохой. Потому что это могут быть лишь обиды мамы на отца, но по факту... Но на ребенка это переносить ни в коем случае, нельзя, да. Лилия, а скажите, пожалуйста, вот есть ли такой возраст определенный, в котором ребенок уже готов слушать правду об отце? Ребенок готов... слушать правду, готов говорить об отце в тот момент, когда ребенок сам начинает задавать вопросы об отце. То есть это может быть в возрасте 3 лет, 4 лет старше. Самое главное в этот момент именно разговаривать об отце, исходя из от возраста ребенка. То есть чем младше ребенок, тем должны быть элементарные разговоры о нем. Такие вот простые. Например, что сказать? Вот 3-летний ребенок подошел и спросил, а где мой папа? Где мой папа? Мы с папой поссорились, папа ушел. Я сейчас не знаю, где он. Ну, все просто. Для ребенка это не катастрофа. То, что взрослые воспринимают как катастрофу, как ужас, для ребенка это просто ответ. А вот ругать, вы сказали, не стоит отца, ни в коем случае. То есть плохо, как бы мама тяжело не расставалась с отцом своего ребенка, то есть ни в коем случае при ребенке об отце плохо не говорить. Ни в коем случае. Какой бы папа ни был, даже самый вот действительно плохой, который никак не заботится. Предатель, да. Как бы он, даже если он вообще не заботится о ребенке, нельзя. Потому что, объясняю, дело в том, что ребенок любит обоих родителей. Если он никогда не видел отца. Да, вот так и есть. И папу, и маму. И когда мама ему говорит о том, какой папа плохой, у ребенка возникает внутренний конфликт. Как так? Мне что, нельзя любить ребенка? А если это еще... Папу. А если, понимаете, это ведь все-таки, если это мальчик, то ребенок вообще ассоциирует себя с образом родителей, обоих родителей, и как ассоциирует себя с образом и мамы, и папы. Если это мальчик, то если папа плохой... Ну вот, например, вот этот самый папа, разведчик, летчик и предатель, вдруг решил появиться. Вот как маме подготовить ребенка и вот этого появившегося из ниоткуда папу ввести-то в семью? Что нужно сделать? Во-первых, не препятствовать. Самое главное здесь, реакция, конечно же, мамы тоже важна. Если мама готова принять... вот этого папу в семью снова, то, соответственно, и ребенок будет к этому готов, потому что он будет видеть положительную реакцию мамы. И к тому же, если все-таки мама была мудрая, никогда не говорила ребенку о том, какой он плохой, о том, что он не летчик, не космонавт, не разведчик, то все будет вполне гармонично. Просто тема такая, на самом деле, очень важная, и многие с этим сталкиваются. И мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы и обязательно продолжим. Не переключайтесь. Здравствуйте, мы продолжаем. У нас в гостях Лилия Бормусова, клинический психолог, и мы говорим... про отсутствие отца в семье. Вот скажите, пожалуйста, стоит ли препятствовать, если ребенок пытается уже в довольно таком возрасте взрослом, достаточно стремиться найти отца? Ни в коем случае не стоит препятствовать. Прям нельзя препятствовать. Дело в том, что
обида матери на отца, то есть обида женщины на своего мужа, никак не связана с обидой ребенка на своего папу. И если у него появилось желание узнать о том, кто такой папа, где он живет, чем он занимается, то это его личное желание, и лучше наоборот, вот, пускай он это узнает, пускай узнает, кто такой, чем задавать вопросы, чем терзать себя, гонять себя в состояние конфликтов. Ну, вот смотрите, вот женщины многие очень тяжело переносят, да, вот отсутствие супруга или там любимого человека рядом. И когда ребенку вроде говорит, что папа хороший, и ребенок, мне кажется, это рано или поздно действительно захочет посмотреть этого хорошего, узнать этого хорошего папу. А вот как же маме тогда быть? Это же ведь вот травма, растила столько лет, и вдруг ребенок пошел искать этого самого. Да. Я понимаю прекрасно. Он пошел искать не для того, чтобы остаться жить с папой. А вдруг? Ну, как уж вдруг? Он уже в осознанном возрасте. Он просто хочет узнать, кто такой папа. А обиды матери сильные и ревность – это все-таки ее вот переживания. Если она не может с ними справиться, то я всегда рекомендую проработать эту травму, то есть сходить поговорить об этой травме со специалистом, с психологом. Хорошо, да, тут вот, еще один такой вопрос важный. Если в семье появился отчим, вот стоит ли настаивать, чтобы ребенок называл его папой? Если это произошло в очень раннем возрасте, стоит ли говорить ребенку, что это не его родной отец? Настаивать не стоит, вообще нельзя. Но дело в том, что если отчим появляется в семье, где ребенок очень маленький, то ребенок сам постепенно начинает называть его папой. Например, это вот, ну, например, отчим появился в 2 годика, но в 3-4 уже ребенок будет постепенно называть его папой. Если же отчим появился, ну, вообще рано. Более взрослого, наоборот, совсем маленький. Да, когда еще ребенок понимает, не понимает, что вот папа это его отчим, то рассказать. Рассказать обязательно, потому что семейные тайны, они создают очень сильное напряжение в семье, эмоциональное. И в том числе это напряжение передается на ребенку. И многие родители думают, что если они его будут охранять от этих тайн, то ребенок не будет травматизирован. А это все наоборот. Он наоборот будет получать эту травму психологическую. В общем, самое главное быть с ребенком честным и рассказывать, ну, правда, конечно, чтобы было доступно этому ребенку и объяснять, что, ну, в жизни всякое происходит, и в любом случае мы тебя, и я тебя люблю, и папа тебя любит. Все верно. Ну что ж, спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, многие наши телезрительницы с удовольствием послушали нашу беседу. Приходите к нам еще. Спасибо.